Привет всем, меня зовут Виктор, я руководитель и собственник компании Триад. Вот. Хочу показать вам наше производство, кто мы, откуда. Вот наши запасы. Здесь у нас листы. Обратите внимание, все новенькое, все разложено, все как нужно. Здесь у нас листы, прокат. В дальнем углу у нас трубы лежат, 215, 150. В левом дальнем углу 426, 8-миллиметровая для наших изделий. Вот. Сейчас покажу вам нержавейку. Склад нержавеющего металла. Вот. Все работы ведутся здесь. Аргон. Только аргон, никаких электродов. Идемте дальше. Ну вот, приехала новая 530-я труба. Не пугаемся, что она в снегу. Это плазма, компрессора, стабилизаторы. Это готовые изделия. Идет подготовка. Там у нас покрасочный цех с отоплением. Здесь у нас рабочие места. Вот ребята занимаются как раз таки. Тестируемую печку дергаем. Разбираемся, что к чему. Здесь у нас заготовки. Нарезанные полуфабрикаты. Вот, новое изделие готовится. 530-е, новое. Смотрите. Здесь заготовки у нас получаются 219, 159. Все на лентопиле. Если обратите внимание, как все порезано идеально. Никакого колхоза. Все исключительно сделано по науке. А вот такие швы делают мои пацаны. Кто знает, тот знает. Так мы делаем свои изделия. Это Триад. Здесь увоз с большим стеклом. Плазму резать не будет, не слушаем.